Добрый день, уважаемые первокурсники и гости нашего сегодняшнего мероприятия. Мы рады приветствовать вас на торжественном посвящении в студенты Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета! Впереди вас ждет 4 года студенческой жизни. 4 года — это много или мало? Давайте спросим у ребят. Вот, к примеру, у первокурсников. Скажите, 4 года обучения в ВУЗе — это долго? Это очень долго. Ну что там учить? Я бы за 2 года все выучил. Спасибо. Идем дальше. А теперь второй курс. Скажите, 4 года обучения в ВУЗе — это много? Ну я бы годик поучилась, поэтому 3 будет достаточно. И ваше мнение нам понятно. А теперь третий курс. Господи, как хорошо, что скоро это все закончится. Мне бы и 3 лет хватило, но диплом все-таки писать. Ну ничего, на 4-м курсе как раз все успею. Свежо предание, да-да-да. Ну вот добрались и до выпускника. Ну что, хватило тебе 4 лет? Что, уже все что ли? Да, все. То есть мне уже сейчас нужно уходить? Да, все, до свидания. Нет, подождите, я ведь еще столького не успел сделать. Я как только на 1-й курс пришел, хотел на смотре первокурсников поучаствовать. Потом на 2-м курсе хотел поучаствовать. Но на 3-м курсе уже как-то стыдно было. Хотел 2-ю специальность получить. Ну, пока бесплатно было. А теперь 16 тысяч в год. И идут? Идут. Ну, молодцы, пусть идут. Но я все равно столького еще не успел сделать. Например, на слет актива не съездил. Да и даже... Не пошел на конкурс мистер ЧГПУ. Нет больше такого конкурса. Теперь мистер ЮРГГПУ. Не там не засветился. Диплом ЮРГГПУ вручается Николаю Паденко с присвоением специальности учитель технологии. Поздравляем вас. Теперь перед вами открыты все двери. Ну что ж, удачи и успехов вам в новой жизни. Как один день пролетели 4 года. Мы каждый день заходили вот в это здание. Кто-то, конечно, вот в это. Но большая часть вот в это. Когда я поступал, вот этой кафешки справа вообще не было. Мне кажется, или кто-то разбрызгал здесь баллончик с концентратом ностальгии? Да если бы я только мог все вернуть назад. О, начинается. Ты бы знал, сколько раз я слышал эти слова. Ты бы знал, от каких людей я слышал эти слова. Ты бы знал, как по-французски будут эти слова. Ну ладно, сейчас не об этом, понимаешь? Вот скажи мне, что было бы... Если бы ты мог начать все заново, Да я бы на пары начал ходить! Да черт с ним, я бы вовремя начал на пары ходить! С отдельными тетрадками на каждый предмет? Во, подожди. Я, конечно, хотел все заново начать. И хочу, но не в бот она же превращаться. Хорошо, сделаем так, чтобы ты мог начать все заново, но с одним условием, что ты не повторишь ни одной прежней ошибки, иначе останешься вечным первокурсником с пожизненными долгами по всем сессиям. Да я, в принципе, и раньше на таких же условиях учился. Ну, правда, на бюджете? Ага, фиг тебе, а не бюджет. Звучит как девиз нашего образования. Ну ладно, договорились. Ну что ж, закрепим нашу сделку танцем. Славный подвяз.